Let's go tell the others. Ой, какая красота! А, Юрий, что это писание? Ты учился по-английски? Переводи. Американская история. Это я хорошо знаю. Национальная место битвы Арапаха. Здесь была великая крестьянская восстание диких индейцев 1928 года. Здесь была подавлена президентом Теодором Рузвельтом, который руководил федеральными войсками империалистов и ковбоями. Битва длилась сузимо, более 35 тысяч погибло. И это была величайшая битва американского Запада. Молодец! Юрий, я снимаю из твоей фотографии. Стой там. Африканский павильон. И теперь ты. Смотри сюда, подруга. Ну иди, дурачок, скорее. Кивай. Смотри, Юрий. Смотри, что я нашел? Что? Стрела. Индейская стрела. Я не знал, что индианцы сделали стрелим состав. Конечно, дурак. Они использовали отполированную дабл-эска. Ой, какой ты философ. Может быть, эти индейцы работали из пластика? Идиот. Это кост. Отполированная дабл-эска. Должны быть еще. Смотри. Ой, стыдно. Все. Вот ты и той! Стой! У нее есть оружие! Подожди! Стой! Стой! Черт тебя возьмет! Стой! Подожди его! Стой! На помощь! На помощь!